Утро третьего дня. Этот барбос охранял наш снегоход. Сейчас мы ему сосисочек надаем. Такой волкодав. Оп. Блин, у меня такие зубы. Прям нормально так. Ребят, получилось у нас долететь до места. Приехали мы как раз вовремя. Начинаем рыбалочку нашу с вчерашних лунок. Привязал я нимфошарик свой с красной головкой, тот, на который вчера самая крупная сорожка у меня клюнула. Ну вот сейчас будем пробовать трясти.
стоят, курят, смотрят. Еба. Норм? Щек. Мне кажется, это крупнее, чем вчера. Да. Вообще прям мат. Блядь, не влезла в сотку. Не влезла? Нет. Ловушку засними. В общем, сходил я тут на одно местечко, другое. Разбурил пятачок, нашел достаточно большое количество сороги. Вот, но она совершенно не хочет клевать. Вот. Сейчас пойду к Сашке, попью немного чайку. У нас теперь банда, да? Ой, все, пиздец, ушел. Сошел? Саша тягает. Жестко? Молодь, да, спутай лес. Леска-то не для этой рыбы, блядь. Гляди. Что такое, блядь? Ёбаный. Они собачим, по-моему, нечестным способом. Нормально. Где? Ну, видишь, я его уже весь истыкал. Вот здесь в штанах. Стегни. Там у нас чехольчики.
снимает? Да. Вообще конь. Нище. Единственное, что минус, вот, короче, вот с этого черта, с громового, у него крючки огромные. И очень много сходов бывает. Смотри, короче, он, мне кажется, я не знаю, по-моему, больше граммового, наверное, 1,3. Ништяк. Ништяк вообще. Так засеклась, хрен бы куда сошла. Хорошая поклевка была. Поклевка, да. Прям, вот прям да, прям. Ух. Благодарствую. Все. Все. Все-таки херня какую-то мелкую. Да на черта. Тебе? А? Мелочь? Ну что-то непонятно кто вообще. О, видишь что? Угу. Рот. Подлещик. Для какого? Осинка. А? Громовый? Да. Да? Понял. То есть бусинку? Алло? Да, Миш, привет. Ага. Ура! Вторая рыбка за сегодня. Да, отправляй, слушай, просто это, сможем только завтра. Либо... В общем, ребят, рыбалка сегодняшняя прошла у меня не особенно удачно. Вот, потому что я за целый день поймал всего-навсего две рыбки. Вот, а Сашка сегодня половил. Но сегодня совершенно изменились условия рыбалки. Потому что вчера был выходной день, сильного течения на море не было. Вот, а сегодня дали тек, и рыба вся гасится в коряге. И если у тебя есть лунка прямо над корягами, тогда ты ловишь. Если у тебя лунки рядом с корягами, то ты почти не ловишь. Вот, собственно говоря, так и вышло. Сейчас мы приехали на базу. Будем
размыться, как человеки, есть, спать. И, возможно, запишем для вас еще какой-нибудь интересный видосик по безмотылке. Ну что, Саш, как сегодняшняя рыбалочка? Честно? Честно. Говно. Понятно. Ну, как бы, 5 штук поймал я, рыба хорошая. Рыба хорошая, да. Но в целом, как бы, какой-то пустой день получился. То есть, приехали, с утра быстренько она у меня тут проклюнулась. И, собственно, с 9 часов и до самого вечера болты, блин. Да, дали сильную тягу. И рыба залезла в коряшки. Вот. Даже было одно место, где прям вот пенек был с каким-то углублением в центре. И сорока была там просто-напросто набита. Вот так. Здрасте, здрасте. Здравствуйте. Ну, нормально, да. Здесь вот больше в горы было сложно подняться. Потому что раскисла дорога. Вот. Ну вот, ребят, представляете, мы сегодня встали в 3 утра. Время сейчас 19:48. То есть, грубо говоря, мы были на точке сегодня где-то примерно в 5 утра. И вот с 5 утра до 17 часов вечера примерно мы рыбачили. Ну, я поймал сегодня всего-навсего 2 рыбки. Вот. И рыбалка была очень даже такая трудовая. У меня было 2 поклевки, и я поймал 2 рыбы. Вот так вот. Ну, если учесть то, что это была моя всего-навсего 3-я рыбалка на Горьковском водохранилище, то это неплохой результат. Рядом сидел Сашка, показывал всем окружающим, как надо ловить сорогу. Доставать, грубо говоря, да даже не грубо говоря, а прям реально доставать сорогу из коряк. На черта. В общем, Саша сегодня проявил выдержку и упорно вытряхивал свою крупную плотву. Но у меня, ну, наверное, из-за недостатка опыта сложилась такая ситуация, то, что я пошел пробовать искать рыбу на другом месте. Ну и в конечном итоге, тот момент, когда сорога начала клевать, я, грубо говоря, прощелкал. Но отрицательный опыт – это тоже опыт, и тем не менее, я считаю, что сегодняшняя рыбалка получилась. Из позитивных моментов это вот такие вот пельмендосы, которые мы сейчас отварим, покушаем и потом заснимем для вас еще несколько видосиков по безмотыльной теме. И я думаю, что вам будет достаточно интересно их посмотреть. Ребята, у нас сегодня утро 4-го дня. Барбос сегодня нас провожает. С Сашкой у нас сегодня боевое настроение, да, Саш? Поедем сегодня ловить крупную плотву. Если она не будет брать, то мы поедем искать другую. Да. План такой.
ребят, сегодня проездили целый день. Я поймал одного окунька на вчерашнем месте. Потом мы дали 7 верст крюк. Вот, и сейчас образовался небольшой базар. Ну, мы просто идем просто посмотреть, что мужики ловят. Не знаю, вроде машутся руками. Сейчас пойдем посмотрим. Без удочек просто так. В общем, ребят, на четвертый день рыбалки мы приехали на старую разбурку, где я поймал всего-навсего одного окуня. Потом у нас был целый день, мы ходили, бродили, точнее ездили на снегоходе по разным местам, искали рыбу, но так ничего и не нашли. В конечном итоге уехали домой, не словно хлебавши, и сегодня перед отъездом, у меня есть буквально несколько часов, вот мы приехали на речку с Сашей. Сейчас просто сидим и в свое удовольствие немножко повесим не круг плотву, болтаем, ну и может быть что-нибудь покажем. Микробики работают по микробикам, да? Да. Каждый проводит. Вот, смотри, Володя окуней душит. А потому что у меня гвозди красного, Саша зеленый. Я реально могу подключить.